Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях. Сидите там и разлагайте молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях. Изгнили да из плесени, бальзам извлечь пытаетесь, и корни извлекаете по 10 раз на дню. Ох, вы там добалуетесь! Ох, вы да извлекаетесь, пока сгниет заплесни, ведь картофель на корню, значит так, автобусом до сходни доезжаем, а там рысцой и не стонать. Небось, картофель все мы уважаем, когда с сальцой ее намять. Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль с лопатою проявите тут свой патриотизм. А то вы всем кагалам там набросились на опухоль, собак ножами режете, а это бандитизм. Товарищи ученые, кончайте поножовщину, бросайте ваши опыты, хидрит и анхидрит. Садитесь вон на полуторки, валяйте к нам в Тамбовщину, а гамма-излучение денек повременит, значит, так, автобусом к Тамбову подъезжаем, а там рысцой и не стонать. Небось, картофель все мы уважаем, когда с сальцой ее намять. К нам можно даже с семьями, с друзьями и знакомыми, труд всех облагородит. Сами скажете потом, что Бог, мол, с ними, с генами, Бог с ними, с хромосомами. Мы славно поработали и славно отдохнем. Накроем стол скатеркою, валяйте, ешьте пальцами. Хотя вы создаете синтетический белок, но он такой невкусный. Мы же вас накормим яйцами, дадим с собой картофелю хоть сумку, хоть мешок, значит так, автобусом до сходни доезжаем, а там рысцой и не стонать. Небось, картошку все мы уважаем, когда с сальцой ее намять. Товарищи ученые, Эйнштейны драгоценные, Ньютоны ненаглядные, любимые до слез, ведь лягут в землю общую остатки наши бренные. Земле равно годятся апатиты и навоз. Товарищи ученые, не сумлевайтесь, милые, вдруг что у вас не клеится, ну там не тот эффект. Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами, тенечек покумекаем и выправим дефект. Значит так, автобусом до сходни доезжаем, а там рысцой и не стонать. Небось, картофель всем мы уважаем, когда с сальцой ее намять. Так приезжайте, милые, рядами и колоннами, хотя вы все там химики и нет на вас креста, но вы же там задохнетесь за синхрофазотронами, а тут места отменные, воздушные места. Для вас тот день покажется и каторжный, и адовый. Сырой картофель в грядках у ученых не в чести. Зато впервые сможете повкалывать наглядно вы и пользу ощутимую народу принести. Пока автобусом до сходни доезжаем, а там рысцой и не стонать. Небось, картофель всем мы уважаем, когда сальцой.